Батьківські поради. Для будь-яких батьків діти – це найбільша радість у житті. Діти – це не посидюче створіння. У них безмежна кількість енергії, яку треба кудись спрямувати. Напевно, не буває дітей, які не бешкетують. Але терпіння батьків не безмежне, і майже кожні батьки хоча б раз втрачали контроль над собою і зривались на крик. Як навчитись не кричати на дитину? Як не втрачати терпіння? И спокойно пояснювати малечі ті чи інші речі. Я уверена, что возможно абсолютно не кричать на ребенка, но в этом нужно очень постараться, потому что гнев, который вызывает в той или иной ситуации какие-то поступки ребенка, это очень сильная эмоция, с которой иногда на самом деле кажется, что невозможно справиться. Но если понять этот момент, действительно воспринимать как проблему и работать над этим, то мы, как взрослые люди, мы можем с этим справиться. Ну, во-первых, нужно немножко поменять свое мировоззрение, свои понятия о воспитании ребенка, потому что как у нас принято, как ведется испокон веков, чтобы что-то донести до ребенка, чему-то его научить, от чего-то оградить, Нам так кажется, что нужно на него накричать. Вот. Но на самом деле этим проблему точно никак не решишь, потому что этим мы только усугубляем ситуацию, подбавляем дров в огонь. Моим сестрам 5 лет, их двое. И я не могу с ними находиться 24/7. Их воспитывает, ну, как бы бабушка, мама, папа. Я на них уже такого, как в детстве, влияния не имею. Поэтому кричать приходится, потому что они не понимают. Они думают, вот папа, да, с папой баловаться нельзя, а вот с тобой можно все. Поэтому приходится повышать голос, но это не всегда помогает, практически никогда. Просто крик – это эмоции, и все. Я просто так разряжаюсь. Нет такого, что я прям ору на них не своим голосом. Вот так, как я сказала, и все. Но вот приходится повысить голос, чтобы тебя услышали. Иногда слышат, иногда не слышат, но попробовать нужно, потому что не всегда справляешься. В нашей семье есть сыночек еще, Данилко. Ему 10 лет. И когда Даня пошел до школы, на жаль, в нашій сім'ї з'явилася мама-крикун, тому що з кожним домашнім завданням у нас ця проблема все ставала актуальнішою і актуальнішою. І настільки все стало систематично, що бувало таке, що Даня плаче в одній кімнаті, а я плачу в іншій кімнаті. І я зрозуміла, що мені потрібна допомога психолога. Ми звернулися до гарного такого фахівця, який порадив, перша порада для батьків. Це коли мама відчуває вже, от прийшла оцей момент, що от зараз буду кричати, потрібно вийти з кімнати, вийти з приміщення, в ванну зайти. І 5-10 хвилин зробити оці глибокі вдох і видох. І тоді, виходить, мама вирівнює своє дихання, і оцей стрес весь проходить. Ми живі люди. Ну, от, як навчитися не кричати? Да ніяк не навчитися. Будьте собою, проявляйте емоції. Ці емоції не розрушать ребенка, вони навчать ребенка понимать, что он такое же живое создание, и он тоже имеет право на эти эмоции, но эмоции не разрушают. Потому что многие родители считают, что, ну, смотрите, нельзя показывать слезы своему ребенку. Я не могу плакать при своем ребенке, я должна где-то там закрыться в спальне, порыдать, а потом я должна поплакать где-то наедине, да, а потом выйти к ребенку и улыбаться.
Ребенок нас не только слышит и видит. Бессознательно он считывает всю информацию, все, что с нами произошло. Ее воспитывать я собираюсь так, чтобы не доходило до крика. С самых маленьких вот таких разговаривать с ней. Чтобы она слышала мой голос, мой тембр. Чтобы она понимала, что я с ней просто разговариваю. С самого, ну там, когда она начнет уже понимать, что я говорю, а не только слушать мой голос. Чтобы она... вот эти азы поведения изучала, чтобы она знала, что вот как я ее попрошу, так будет правильно, чтобы не, ну, когда она смотрит на других, может там кто-то из ее окружения будет вести себя неправильно, она там будет стараться вести себя так же, я буду ей объяснять, что так нельзя делать. Вот с самых маленьких лет не позволять ей вот этого мелкого пошалить, чтобы она не привыкала, потому что вот с этого мелкого оно переростает обычно в очень большое. З дитиною насамперед потрібно бути чесним. Якщо вже сталося так, що мама чи тато накричали, може там ще й по попі шльопнули, можна підійти до дитини і сказати: «Синочок, донечка, ну вибач, от так сталося от сьогодні», і пояснити дитині, що мама не права, нехай дитина теж це розуміє, що і мама буває неправа, і батько буває неправий. Це сім'я, я думаю, і дитині буде легше від цього. І вона в майбутньому теж буде знати, що, що таке вибачитись, і не буде цього боятися. В першу чергу, для того, щоб не кричати на дитину, потрібно розуміти, наскільки пагубно наш крик впливає на дитину. І не тільки на дитину, але і також на батька. Тому що, коли ми кричимо, тем самым мы зарождаем в ребенке какие-то страхи, какую-то неуверенность в себе. Вот. И тем самым мы также свою самооценку, мы также ее принижаем. Потому что ребенок хочет в нас видеть сильного человека, какое-то сильное плечо, какую-то защиту, какое-то спокойствие. Но когда он видит, что мама злится, мама кричит, то он сопоставляет ее с собой. То есть мама ничем не сильнее меня, ничем я какой-то от нее помощи, защиты не могу получить. И тем самым он не доверяет маме, он начинает, продолжает, точнее, так же себя вести. Родители, мы выражаем все свои эмоции, потому что только мы можем научить ребенка всем чувствам и обозначить, что он живой человек. Он имеет право на все чувства. И со временем он, в силу того, что берет пример с родителей, а мама может поплакать и сказать: «Мне сейчас очень грустно, потому что…» Или: «Мне сейчас очень весело, и я буду хохотать заливисто». Вот, объясняя все ребенку, мы получаем здоровую личность, которая тоже выражает все эмоции, умеет контролировать гнев, умеет это сказать, вербализировать словами. Батьки повинні розуміти, що психологічний стан дитини є набагато важливіше, ніж розбита чашка, невивчені уроки. Звичайно, це терпіння, але повірте, дорогі батьки, що в майбутньому вдячністю за це терпіння буде щаслива, впевнена в собі дитина, яка виросте і піде в життя. А якщо ми будемо цими криками подавляти її, вона не розкриється, як та квіточка. Очень часто нас ребенок провоцирует на крик своими какими-то истериками, своими криками, своим вот таким какой-то своей агрессией. И на это тоже хочется всегда крикнуть, повторить его же поведение. Но зачастую нужно разобраться в причине его такого поведения. И это часто бывает из-за того, что ребенок не получает какого-то внимания. И таким образом он привлекает к себе хотя бы какое-то негативное внимание родителей, чтобы они хоть как-то на него обратили внимание, подключились к его игре, какое-то взаимодействие с ним. Ну, я читаю книги, и в этих книгах очень много советов по тому, как уже научиться не кричать, если уже такие моменты были. Как вот себя сдерживать, если уже, ну, на грани родители. Советуют выходить из комнаты. Советуют посчитать до 10, успокоиться. Просто нужно найти этот момент, когда эмоции уже вот на грани, и отвлечься на что-то другое, но не на ребенка.
может покричать просто там внутри себя или покричать в другой комнате, но не на ребенка. Потому что ребенок все равно не услышит то, что ты хочешь ему сказать. Он не услышит ту информацию, которую ты хочешь донести. Он услышит крик и будет просто бояться. И делать то же самое. Отже, головне – любити і прислуховуватись до своїх дітей. Терпіння і спокій – це той приклад, який дорослі мають показати дітям. Адже вони тільки пізнають цей світ, і їм вкрай необхідна підтримка. А щоб забезпечити крихітку підтримкою, треба неабияке терпіння. Тож любіть своїх дітей і терпляче допомагайте їм у житті.